красивое раннее утро. А месяц-то какой? Что-то наш Левушка заметил в кустах. Чш, еще все спят. Чш. Всем добрый день, мои дорогие. Хочу вам показать, что наш виноград стоит, конечно, еще без всяких опор, но тут Володюшка чуть-чуть как-то их закрепил. Виноград был с четырех сторон нашего павильона. Ну, конечно, мы должны что-то делать и как-то его укреплять. А павильон наш лежит теперь здесь. Весь восстановить, конечно, наверное, не удастся, но посмотрим, что получится у нас, то получится. Погода сегодня стоит хорошая, и хотя у меня были другие планы, но раз хорошая погода, значит, первым делом нужно навести порядок на участке, потому что надеяться на погоду сейчас нельзя. То дождик, то прохладно, то ветер, а сегодня самое-самое-самое то. И я хочу обстричь, я каждую осень подстригаю хибискус, или вернее гибискус, да, и этот куст, я даже не знаю, у него есть, конечно, свое название, но в народе здесь его зовут шметерлингбаум, это дерево бабочек, потому что весной оно цветет желтыми цветочками, а потом появляются лепесточки. И вот я должна эти два куста подстричь, чем я сейчас и займусь. И хотя, конечно, у нас еще хосты стоят зеленые, но все равно все это надо уже обстригать, убирать и наводить порядок. Одеваю белые перчатки и приступаю к работе. Алёшка, конечно, будет мне помогать. Все должно быть ровненько. Сейчас посмотрим. Папочка пришел с работы. Алло, папочка. Привез мне тонну. Деревья подстрижены. И с Эльвириной стороны я подстригла. Подстригаю там прямо, чтобы все-таки ветки не торчали. Теперь будем собирать этот мусор. И два эти дерева готовы. Что я сегодня готовлю, мои хорошие? У меня сегодня ленточные макароны. Я варю
куриные крылышки. Они будут просто отварены. Не могу показывать близко. Я выключила вытяжку. И идет пар. И еще я сделала соус к макаронам. Это шампиньоны в сметанном соусе. А сегодня я решила так, мои хорошие. Я соус с шампиньонами вылила в кастрюлю с макаронами и просто все перемешаю. И макарончики пропитаются этим вкуснейшим соусом. Куриные крылышки готовы, разварились, мягкие, вкусные. И макароны готовы. Я добавила еще по вкусу тертый цветной перец и сухой укроп. Все перемешано, выглядит вкусно. И вкусно на самом деле. Для Володюшки у меня есть свиной стек в маринаде. Мне его нужно только еще раз разогреть. И последнее, мои хорошие, что я сделала, витаминчики. Свежий овощной салатик. Так что придут мои мужчины, а кушать у меня готово.